В Аиде хорошо, а дома лучше. Ну да. Так, ладно, давай посмотрим. Это Кхарона, я так понимаю, дальше, наверное. Но ему сдаться нужно. В Аиде хорошо. Угу, да? Да. Все души заслуживают места, которое могут назвать своим домом. Харон попросил Кассандру помочь семье, лишившейся крова еще при жизни. Но дорога к новому дому была опасна. Псы Аида уже взяли след семьи. Ха. О! А можно вот не прыгать? Он плавает, главное, то здесь появится, то там появится. Как фигур какая-то. Ага. Это не у тебя астраконы свербят, это у него астраконы свербят. Интересно, три задания у него всего таких вот? Или еще будет? Как-то мне тут... Что это? Сера, наверное. Сера, но... Ну, вообще, мы тут этого, змею убили. Неподалеку. Это как раз... подходит, да, по антуражу. Я отвела больную к костру. Как славно иметь помощника. Будь ты мертва, могла бы остаться тут навечно. Извини, у меня другие планы. Такова жизнь и смерть. Двигаемся дальше. Здесь скитается семья. Война лишила их дома. Я знаю, что значит потерять дом. Всем вам есть что рассказать. По крайней мере, здесь все уже мертвы. Будь я мертва, мне все равно было бы грустно. Боль, которую вы, смертные, причиняете друг другу, поражает. Потому мы помогаем всем, кому можем. Ты прав. Эти люди заслужили чувство безопасности. Угу. Поговорите с потерявшейся семьей... деревни обреченных. Похоже, здесь кто-то прячется. Кто-то прячется. Прошу, не обижай нас! Уходи! Уйди! Я могу дать отпор. Я не причиню вам зла. Что тебе нужно? Я хочу увести вас отсюда. В безопасное место. С какой стати? Мне сказали увести вас в безопасное место. Здесь до нас никому нет дела. Но псы приближаются. Что нам остается? Рядом должно быть безопасное место. Недалеко есть пещера, в которой можно укрыться. Не очень уютная, но там будет лучше, чем здесь. А еще? Еще есть заброшенный лагерь. Если бы не странные существа в округе, он был бы идеален. А так, там опасно. Так можно лагерь и убить существ, да? Ну, я надеюсь, что это так отработает. А ты не сохранялся перед этим? Нет. Не очень понятно просто, будет ли она вообще их убивать? Угу. Или пещеру выбрать? Я не понимаю просто... Давай попробуем в лагерь. Может быть, просто загрузиться до того, как поговорили с ними. Пойдем в лагерь. За мной. Тут очень коротенький диалог, поэтому можно попробовать сделать вот так. Было бы логично в лагере и всех вокруг зачистить. Опасно. Да. Было бы идеально. Но в этой игре не всегда логично все работает. Ой, мне бежать. Понятно, понятно. Сам виноват, что F5 не нажал. Пойдем в лагерь. За мной. Я так понимаю, на нас нападать будут? Да, на нас будут нападать по пути. Угу. А, то есть даже так они сами идут? Ну давай тогда ты перед ними. Беги.
Они еще на лошадей собрались? Да вы прикалываетесь. Ладно, ладно, давай быстрее. Я пытаюсь. Ну куда ты? Давай. Быстрее. А, наверное, там около этого места самого, около лагеря. Я что-то слышу. Что, где, как? На кого нападать? Здесь мы как на ладони. Псы, держитесь сзади. Где кто? Да вроде нормально все. А, ладно, все хорошо. Бежим, бежим, бежим. Бежим, ну давайте, чего вы там? Вот теперь отбивайся. Он там мужика бьет. Он еще один трех. Это не наш. Может кто против? Наш. А, наш. Кассандра, ты-то зачем его била? Так, что там в лагере? Давай туда, быстрее. Нормально все? Зона уничтожения. Тут надо всех убить. А, вы что ли опасные? Да. Ладно, давай. А почему? Она масштабно, сказала, масштабно. Они же сказали про существ, а мы ну такие вот привели их тут в лагерь отдельный. Ва, сейчас почистим смешно. Лагерь. Смешно. Ты спиной? Спиной. Такое, конечно. Это очень странно выглядит. Не жирно? Лагерь зачистили, чтобы семья тут спокойно себя чувствовала. Причем это лагерь Аида получается. Это же его тут. Вот эти псы. В смысле? Закончили? Ну все, больше нет никого. Грабеж среди мертвых душ. Что они там, ушли в лагерь? Чего ты крадешься-то? Ну, случайно. Вон они. Ну, вон они, да. Ладно, давайте, пока-пока. Что, хорошо вам тут, да? Да. Неплохо, я думаю. Ну, может, тут еще кто потом придет к ним? Может быть. То выглядит это безумно странно. Как мажоры такие. Вот в данном случае мне кажется, что лагерь все-таки не самый оптимальный вариант. Как тут отбиваться-то? Очень нескромный вариант, мне кажется. Большая территория. Ой. Сложнее отбиться будет. Да, да, именно. Мы, видишь, как бы пещеру-то тоже не видели. Можно, конечно, посмотреть. Да не. Неохота. Мы сейчас посмотрим, как с Хароном получится. Угу. И вот в зависимости от этого подумаем, переигрывать или нет. Если прям уж очень не понравится. Я сейчас точку синхронизации здесь открою, она здесь пакостная такая. Неудобная очень. О! Там камень? Или мне показалось? Сейчас посмотрим. Высоко-то. А, нет, показалось. Где? Где этот ваш дурацкий камень, который толкает надо в гору? Вон он! Или нет? Похож. Ну, кругленький, очень кругленький, очень похож. Да, мне кажется, это он и есть. Там должна быть дорожка, чтобы его катить.
Не обязательно. Возможно, его надо просто столкнуть вниз, чтобы он вот эту колонну сшиб. И мы тогда сможем забрать там астракон. Да, попробуем по-быстренькому. Не-не-не, надо отсюда куда-то эпично спрыгнуть. Куда? Никаких куч не вижу. Я не вижу. Во-во-во-во-во. Опа. Фу, не горю. Ну-ка, ну-ка. Нет, слушай, ну что-то как-то... О! А вот Сизиф. А, то есть даже вот так вот все проще. Ну я же говорю, основание. Угу. Погодка что-то не очень, да? Как-то да. Жарковато. Задувает. Жаром. Что тут происходит? Что опять? Кассандра, что опять? Ну сколько можно, но... Что происходит? Беда. Наступит ли день, когда я буду просто переправлять мертвых? Объясни, в чем дело. У всех этих душ украли монеты. Так, помощница, найди вора и верни их, чтобы мертвые могли пересечь Стикс. Переправь их без денег. Нельзя. Знаю. Ты здесь недавно, но в царстве мертвых другие порядки. Если я нарушу их, Аид сожжет мне пальцы на ногах. Ладно, я найду твоего вора. Надеюсь, все слышали? Моя помощница найдет вора. Спрашивается, а зачем монеты тут кому-то в таком количестве? Во-во-во, да, вопрос. Зачем кому-то грабить мертвых? Не ясно. Монеты нужны, чтобы переправиться через Стикс и попасть в царство мертвых. Ну а в таких количествах-то зачем? Ты кого-нибудь подозреваешь? Здесь проходит так много людей. Вы все на одно лицо. Ну уже, думай. Ну... Торговцы и политика, которые странно себя вели. Они одни не штурмовали мою пристань. Ну вот. Я вернусь с вестями. Я бы начал с пути душ. Первые монеты пропали там. Удачи. Здесь столько воров. Удача не помешает. Мне все равно не очень понятно, зачем. Просто так? Не знаю. Криптомания? Да. То есть нужна одна монетка, чтобы переправиться туда. Все. А здесь-то они нужны. Зачем? В таких количествах? Кому? Зачем? Почему? Не понимаю. Да что тут задувает-то так? Пора в дорогу. Унылый пруд. Нужно быть осторожной. Ой-ой-ой, простите, я вообще мимо проходил. Бочком, бочком. Тут не было никаких этих павших-то. Нет. Вперед. Докс на месте. Пустые кошели. Ремешки разрезаны. Угу, срезали. Но с другой стороны, им как бы под язык кладут. Ну это так-то я понимаю, что... Похоже, здесь что-то закопали, а позже словности забрали. Должно быть, торопились. Золотой браслет. Сломан. Должно быть, это случилось, когда владелец копал. О,
Погоду отпустил, ура. Золотой браслет копателя. О, ты кто? Ты не похожа на тех, кто здесь обычно бывает. Я жива, если ты об этом. Я кое-что ищу. Не ты одна. Я потеряла монеты. Они должны быть где-то рядом. Когда монеты пропали? Я помню, как брела в потоке людей. Мы все направлялись к пристани. Не могу вспомнить, откуда мы пришли. Но когда мы добрались туда и остановились, один человек, думаю, политик, обратился к толпе. Где ты была, когда поняла, что их украли? На пристани. Я собиралась заплатить перевозчику, но не нашла их. Угу. Ты видела что-нибудь подозрительное? Если только политика. Он уходил от пристани, когда все остальные, наоборот, шли к ней. Все указывает на политика. Тут немножко не состыковывается. Если политика, это... То есть, как сказали, что он обратился к ним. То есть, когда ты говоришь, ты весь на виду. Ну, он отвлекал. Вот. Мне пора. Удачи в поисках. Если и кто-то воровал, то это точно не он. О, тоже ищет, смотри. Как можно найти хоть что-то в этой отвратительной грязной пустоши? Похоже, ты ищешь свои монеты. Как ты узнала? Вор пришел полюбоваться плодами своих трудов? Я ищу его, но ты не вызываешь желания помочь. Ладно. Сам-то я ничего не нашел. Ты помнишь, когда именно монеты пропали? Помню, конечно. Я шел через долину с остальными и разговорился с торговцем. Надменный тип. Весь в золоте, драгоценностях. О. Будто от них есть толк. На пристани я обнаружил, что монет нет. Ничто не привлекло внимания? Тот торговец вроде волновался. Спросил, правда ли нужно платить перевозчику. Может, его уже обокрали? Но стоп, если он был весь в драгоценностях. Там определенный, там обол нужен. Ну понятно, но... Я знаю все, что нужно. В данном случае совпадение идет по браслету исключительно, только если весь в золоте. Она нашла место, там сломанный браслет попадался, золотой. Угу. Еще должны быть какие-то улики. Да-да-да, я просто немножко назад хочу пройтись. Похоже, надо дальше, да, тут территория уже другая. Пока пытаются один-один, да? Один про одного, другой про другого. Да как-то так, не особо понятно. Здесь ничего. В ту сторону, что ли? О, люди, люди. Тоже ищут. Нет? Во-во-во-во. Кинжал. С виду дорогой. Видно, им срезали кошели. Угу. Ты как это определила, что им срезали? Кассандра всегда так делает. Копы определила. Опять на дороговизну. Отсылка. Интересно, если они оба замешаны, допустим. Может быть такой вариант? Может быть. Допустим, один отвлекает, другой срезает. Угу. Мы с тобой разговаривали вообще уже. Почему ты мне подсвечиваешься? Есть вести о монетах? О! Поэтому и подсвечивается. Я нашла кинжал. Не узнаешь его? А, вот что это было. Вор уколол меня, когда срезал кошель. Значит, ты видел вора? Нет, я был сосредоточен на выступлении политика. Угу. Он умеет говорить. Вот, видишь? Угу.
То есть тот, пока болтал, кто-то срезал кошели. Да. Я знаю все, что нужно. Ну, это, по-моему, изначально очевидно было. Свидетели обокрали, пока политик произносил речь. Они в сговоре. Ну, в сговоре, не в сговоре. Да в сговоре. Ну, сейчас всем шеи оторвем. Точнее, голову. Вместе с шеями. Вместе с шеями, да. Хвостом отрезать по самые уши. Добрый Саша. Это не хвост, сказал Серволк. А. И густо покраснел. Глубоко. Ну ладно, доплыву. А с этой стороны нужно? Нет, без разницы. Я быстро плаваю. Угу. Ну-ка. Ну, наконец-то. Я уж думал, ты заблудилась. Не думала, что ты способен переживать. Ты многого обо мне не знаешь. Например, что я нетерпелив. Ты узнала, кто украл монеты или нет? Оба. А. Изучим доказательства. Мертвых обокрали, пока политик произносил речь. Один свидетель считает его подозрительным, потому что он шел прочь от пристани. Да, даже я это заметил. Это торговец сидит? Но торговец спрашивал о плате за переправу. Я нашла кинжал, им срезали кошели. И золотой браслет у дыры, где прятали монеты. Интригующе. А, то есть вот так. Все-таки выбор. Угу. Ну тогда торговец крал. Политик не мог украсть в любом случае. Торговец. Он украл монеты. Жадный торговец. Конечно же. Покараем его и покончим с этим. Значит, ты украл монеты у этих людей. Это бессмыслица. Никто не должен платить за вход в царство мертвых. Не надо банальностей. Ты украл их из жадности. У них ничего не было в прошлой жизни, не будет и здесь. Раз я не могу жить так, как хочу, никто не может! Аид, рад тебя видеть. Что привело тебя ко мне? Вашу перепалку слышно даже в недрах Тартара. Что здесь происходит? Кассандра! Этот человек украл у мертвых монеты и швырнул их в Стикс. Смертные не перестают меня удивлять. Рад, что тебе смешно. Но людям было чем заплатить за переправу, а теперь нет. Если у них нет монет, они не войдут в мой мир. Ты сам знаешь, Харон. Их прислали сюда, как предписывает закон. У них есть право на переправу. А пусть наш друг распорядится их судьбой. Так, а... Очень странный выбор. Кто мешает монеты вот со дна достать? Дайте я сплаваю и заберу эти монеты, раздадим их обратно. У них украли шанс обрести покой. Переправь их. Хорошо сказано. Я дам им возможность переправиться. А что с ним? Скорми его псам. Я надеялся услышать это. Иногда перед нами встает трудный выбор. Умение делать его так уверенно — редкий дар. Это не первый раз и не последний.
Для безнадежной смертной ты проделала долгий путь. Аид ушел. Пора отдать тебе кое-что. Спасибо, Харон. Жаль, что ты уходишь. Ты хорошая помощница. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Записка от Харона. Благодарю за помощь, но учти, что испытания не будут легкими. В царстве Аида все может оказаться не тем, чем выглядит. Иногда приходится гасить пламя пламенем живое существо. Это все получается. С Хароном мы закончили, видимо. Есть у нас еще какие-то задания? Ну, по крайней мере, он. Ну, да. Ничего то есть... не дает. Ну, ты сейчас посмотри на него еще. Да нет, ничего там не говорит. Нет. Ну, появилось какое-то еще одно задание, мне здесь не место. А так, прям вот явного продолжения нет. А то, нет. Что вот он сейчас дал, как раз засветилось как лут, да? Записка да, это такая. Лут. Ну, это просто, я так понимаю, какая-то записка такая. Сюжетная. Больше. Типа, будь осторожным. Ну, то, что мы сейчас зачитывали. Да, да.